Привет, Ютубу, привет. Вот, как говорится, от жадности решил вопрос с клеем. До этого покупал вот этот термоклей. Матрикс называется. Очень хороший клей. И вот до этого купил я по остатку у ребят. И заехал сейчас опять. Скупил по 25 рублей за палку получается. Вот уже от жадности набрал, чтобы вот это и не бегать потом, и работать. У меня тут есть еще клей. Клей у меня немножко есть. Тут и фирменный, и не фирменный. Вот это вот китаёзовский, он не очень хорошего качества. Вот такой, это мне с ЦАТа я купил. Вот это тоже Китай. Вот он, Матрикс, я купил. Тут его по чуть было, вот по остаткам. Попробовал, очень хороший клей. Это вот клей у нас Интертул украинский, тоже хороший. И раньше вот я покупал Спарта клей, тоже неплохой. И пару флаконов от Фикса у меня еще есть. Он, ну как бы мне вот этот вот клей Матрикс больше всего понравился на сегодняшний день. Вот это Китай, как бы не очень хорошего качества. Ну, работать можно, конечно. Вот. И. Поэтому решил я наконец добрать уже Матрикса, заполнить тут полочку себе и не дергаться, спокойно работать и работать. Потому что все время цена растет на все. И приходится держать небольшой запасик всякого того, чем мы расходниками занимаемся. Сейчас посмотрим, распакую. Ну, жадность человеческая не имеет границ. Я шучу, конечно. Дело в том, чтобы потом не бегать, то есть, то нету. Вот это приехал, нету, приходите завтра, надоело, поэтому я уже купил еще. Такая и буду спокойно. Получилась ерундистика. Тут даже один не дали. Что, продавец уже, что, вы опять? Что, кончился? Я говорю, да. А что вы им делаете? Я говорю, деньги печатаю. Вот, ну, вот такого клея я еще не пользовался им. До этого я купил вот таких вот. Черные, вот такого цвета и беленькие. Ну, это тоже, по-моему, хорошего качества. Вот, набрал, тут у нас получается 136 штук. Я думаю, хватит этого очень надолго. Теперь можно, не дергаясь, спокойно работать и работать. Пошел он там на полочке, взял сколько надо и работай. Вот клей примерно, на мой взгляд, одинаковый. Но я еще попробую, поработаю. Потом, если что, сниму. Может, тут какая-то разница между ними и есть. Но я так подозреваю, что небольшая. Вот, попробую вот такой прозрачный, он тут один мне попался. Ну что, идем, ложим на место, на склад. Теперь запас будет. Вот такая цена получилась. 25 рублей за штуку. 136 стержней, это надолго хватит. Я надеюсь. В принципе, ребят, если кому-то нужен такой клей и у вас нету, могу купить и выслать, если надо. Это в качестве гуманитарной помощи. Иногда бывает, ребята обращаются, что у нас такого клея нет. Ну вот у нас тоже я его скупаю. Сегодня я скупил все, что было в этом магазинчике. Недельки через две опять они завезут. Если кому-то надо, то пожалуйста. Обращайтесь, помогу.